Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Нордград. В общем, купил семена, удобрения и погрузчик вот такой взял. Такой я еще погрузчик не брал, не пользовался. Так, сейчас нужно будет разгрузиться, купить землю, участок. За кадром, ну, в принципе, в ролике в начале видели, я вез глину, ой, не глину, а известняк продавать. Сейчас на счету 1 014 000 уже. Давайте сразу вначале купим землю. Пока там никто не засеял, а то посеять то, что мне не нужно. Участки. Вот этот участок я покупаю. 530 тысяч. Купить. Да. Все. Теперь это мой участок. А сколько соседние стоят участки? Давайте просто посмотрим. 406 тысяч, 500 тысяч. Ну, пока один куплю. Чуть позже, возможно, второй куплю. Так, и мне нужно вот эти вот поставить, чтобы разгрузиться. Ну, вроде нормально. Он, походу, электрический, да? Потому что вообще не слышно, как он работает. У него даже... Да, он, походу, электрический. Тихо, тихо. А, ну да, он электрический, все правильно. У него показана зарядка батареи. Все верно. Поэтому не слышно, как он работает. Так, в общем, я купил 6 мешков с удобрениями. И сколько тут получается? 8 с семенами. Я вот думаю, куда их складировать. Может, сюда? Хотя, не знаю, удобно здесь будет, нет, их складировать-то. Давай-ка попробую один сейчас возьму. Для начала. Да, удобрения, они вообще тяжелые. По сравнению с семенами удобрение тяжелее. Хотя объем один и тот же. Так, ну, например, вот сюда зарулить я смогу. Но, в принципе, да, можно вот так вот их тут ставить. В принципе, погрузчик-то этот вот маневренный. Вот, а потом можно будет уже купить трактор. Блин, и сеял как раз. Сегодня также планирую привезти нефть. Нужно будет на переработку отвезти. Там уже тоже накопилось нефти. Сколько? Ну-ка, давайте посмотрим. 13 в каждой, да? Ну, почти, да. Округляем до 13. Да, это много.
У меня так столько не было еще. Так, брус закончился. Сколько там бруса? 13 плюс 4 на улице поддона. 17 поддонов. Тоже довольно-таки хорошо. Считай, бруса можно продать на 100 с лишним тысяч. Да. Так, сколько воды? Ну, воды еще нормально. Слушайте, мне нравится вот этот погрузчик. Он классный, маневренный. Да, здесь вот аккуратненько так. У нас сейчас вторая середина марта. Но сеять буду, наверное, в апреле. Планирую посеять овес. Он и по продаже хороший, и там и солому можно с него брать. Как бы два в одном. Хорошая цена. И еще солома с него. Так, последний мешочек. Пускай тут лежит, скоро понадобится. Так. Здесь оставляю. И мне нужно поставить. Так, а вот где поставить? С этой стороны, что ли? С какой стороны лучше поставить? Зарядное устройство. Мне нужно поставить. Здесь, может быть, вначале не стоит ее ставить. Может, где-то поближе к этому входу. Ну да, можно, в принципе, сюда подальше. Потому что здесь лучше место оставить под что-нибудь, под какие-нибудь мешки, а попробовать сюда куда-нибудь запихнуть, например, вот сюда. Так, давайте попробуем. Так, инструменты. Вот она, эта штука. 5000 она стоит. Ну, копейки. Так, как она... Ее развернуть-то... Ага. Она с обоих сторон тут мигает. И так, и так. Так, а у меня триггеры-то... А, в принципе, тут не видно, да, у нее... Ну ладно, наверное... Ну, можно вот так поставить ее.
Так, ну-ка. Вообще не слышно, да, как заводится. Да, вот она. И пошла зарядочка. Все, пускай будет. В случае чего буду ставить на зарядочку. Пока так. Здесь получается уже известь внесена, да? Оно не удобрено. Надо будет также удобрять. А, надо вот это, кстати. Где они? Вот они. Вот эти я, значит, забираю. Они будут... Ну, здесь находиться. Одна пара у меня находится, получается... На пилораме, а вторая будет здесь. Мало ли понадобится. Пускай будет. Пускай лежат. Так, все, я сейчас еду за бочкой. Ну, точнее, это за нефтебочкой, скажем так. Оставлю пока здесь. Едем загружаться нефтью. Нужно отвезти на переработку. Здесь, кстати, смотрю, известь тоже внесена, но здесь зато сорняк такой. А вот здесь что-то посеяно. Что здесь растет? Подсолнух. И, кстати, удобрено на 67%. Ой. Дополнительный урожай. А удобрено тут на 30%. Сейчас, наверное... Ой, стой, куда? Полная бочка, наверное, будет. Потому что тут нефти накопилось достаточно. Так, открываем крышки и заполняем. Да, полная будет. Даже еще останется. Столько я еще не возил. Все пойдет на переработку в газ. Газ буду делать, потому что газ нужен для производства цемента, кирпичей. И также планирую больше поставить вот этих нефтяных скважин. Здесь я не хочу продолжать ставить. Ну, блин. Хочу в другом месте еще, рядышком поставить. Есть тут одно интересное местечко. Сейчас покажу. Так, отлично, закрываем. Вот здесь неподалеку есть местечко довольно-таки неплохое.
Вот. Здесь можно купить участок. Он, конечно, стоит немало, потому что тут участков много, как обычно, сразу ты купишь. Но здесь тоже можно поставить штуки 4 надо. Вот таких нефтяных скважины. Тут место побольше. Ну, не хочу я вот с краю ставить, просто неохота. А вот здесь можно будет поставить. Но если здесь ставить, здесь придется вопрос с переездом решать. Потому что тут нужно будет что-то делать, что-то придумать. Машина просто так не переедет. Есть вариант поставить, конечно, типа моста. Либо. А, у меня ж тут переезд неподалеку, можно будет просто там дорогу проложить, как вариант. И все. Ну-ка, да, здесь переезд рядом. В принципе, можно будет, ну, либо там замутить, да, там работу себе, как говорится, дополнительную найти. Либо вот здесь через переезд проезжаем, и тут дорогу можно будет проложить себе. Либо через лес. А, тут дорога, в принципе-то, есть. Вот она, лесная, прямо на ту поляну. Надо будет на заметку это взять. Так, почти приехали. Немного остается. В следующей серии, наверное, уже придется брать. Хотя, может быть, не в следующую. В ближайшее время, скажем так, придется брать уже бочку для перевозки газа, чтобы перевести на производство. Немного остается. Стоп. Разгружаемся. Так, отлично. Сколько там получается? Все, газ делается. Сейчас тут 11 с половиной тысяч газа. Ну, надо, наверное, побольше. Подождать еще месяцок, наверное. Да, нужен газ. Известняка, в принципе, еще достаточно. Надо будет привезти машину. Глина есть. Угольный порошок, но есть и вода. Воды надо будет тоже привезти.
воды. А, песок. Ну, песок. Песка еще достаточно, в принципе. Так, а сколько у меня осталось нефти? 7. 7 тысяч. Ладненько. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.